Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Ник. Сегодня я сделаю обучающее видео. И это видео будет о том, как все-таки загрузить свой скин в Minecraft Pocket Edition. Для того, чтобы загрузить свой скин, нам потребуется интернет, браузер, любой. Я выбираю Chrome. И Minecraft Pocket Edition, соответственно. Итак, для начала мы заходим в браузер. Заходим на специальный сайт. Я его оставлю вам в описании. И, например, любой скин выбираем. Давайте выберем Trollface. Нажимаем подробнее. Сейчас у нас идет загрузочка. Вот такой вот у нас скин. Его можно даже посмотреть в 3D виде. Вот. Вращать можно, бежать. В движении. Ну, в общем, как вы видите. Все тут можно сделать. Мы спускаемся чуть ниже, и вот видим, у нас тут такой вот раздел. Ой, это сайт такой, наверное. Мы нажимаем скачать скин. Вам надо будет немножко... Вот. Мы нажали. Он с первого раза почему-то не нажимается. Или надо нажимать в какую-то определенную точку. Я не знаю. Ну вот. У нас открывается в итоге такое меню. Когда вы попадаете на ссылочку. Ждете 10 секунд. Нажимаете скачать. И начинается загрузка. Весит скин не очень много. Так. Давайте. Все, он у нас загрузился. Далее мы переходим в ES-проводник. Вот, ES-проводник. Нажимаем загрузки. Или в другой проводник, не знаю, я выбираю ES-проводник. Он мне по душе, я привык в нем работать. Нажимаете в загрузке в своем проводнике, находите этот скин. Ну, архив. У вас открывается фотография, вы нажимаете ее и держите. Нажимаете извлечь. Далее, выбрать путь, CD-карт, Games, Comaging. И в Comaging мы ее оставляем, не заходим ни в Minecraft, ни Minecraft Worlds. Так и оставляем, нажимаем ОК. Так, блин, я походу не извлек туда. Давайте повторяем операцию. CD-карт, Games, Comaging, ОК. Еще раз ОК. Все, у нас загрузилось все. Заходим дальше в Minecraft. И для того, чтобы залить скин, вам потребуется Minecraft, в котором есть пакет скинов. Или на другие Minecraft я, в принципе, не знаю, как устанавливать скины. Если узнаю, могу сделать тоже обучающее видео, если вам это надо. Вот, вам нужен Minecraft от версии 0.12.0 и выше. В этих Minecraft'ах есть скины. Заходим в настройки, вот сюда в скины. Нажимаем обзор. У нас тут ничего не должно стоять, но у меня стоит, так как я уже устанавливал скины. Выбираем скин. Вот Trollface у нас без оранжевых цветов, значит, выбираем вот этот. И вот у нас Trollface. Выбираем или Алекс, или Стив. Без разницы. И вот у нас появляется скин. Вы можете или Стива выбрать, или вот этот скин. Или Алекс, или этот скин. Или вот тут еще тоже есть пакеты скинов, но они там не все открыты. Например, горожане. Тут открыты такие, только самые легенькие. А вот всякие... Пекарь, мясник, вот это все не открыто. Есть селяне, тут тоже не все открыто. Их скины на Хэллоуин, самые классные скины. Тут открыто только костюм зомби и костюм железного голема. Остальные не открыты, но вы их можете, если поищите, найти на этом сайте и установить. Вот, например, создаем мир. Заходим в него, для того, чтобы проверить, есть у нас скины или нет. Заходим, и обзор третьего лица. И вот, как вы видите, наш скин работает. Вот бегаем, и все нормально. И ничего тут не лагает, нет никаких багов. Это без всяких этих... Многие думают, что нужны, например, всякие пакет тулсы, всякие все дела вот эти. Для того, чтобы моды с модами играть. Но это не моды, это все законно, если так можно сказать. Вот. И если вам понравилось это обучающее видео, то пишите в комментариях, я постараюсь сделать больше таких видео. Если оно вам помогло, также подписывайтесь на канал. Расскажите про это видео друзьям, пусть они посмотрят. И тоже смогут они устанавливать скины, и будете играть вместе со скинами. Если, например, вы будете заходить на какой-то сервер, то вы можете посмотреть, что там не у всех людей свои скины. А у многих только те скины, которые есть в специальных пакетах скинов
которые, ну, доступны сразу по началу игры. И многие даже не знают об этом. Я вот лично тоже только сегодня узнал, попробовал это. У меня получилось. Не знаю, кто... Ну, может быть, не надо даже распаковывать в папку Comajunk, но я распакую, потому что это как папка Майнкрафта. Может быть, не получится без этой распаковки выбрать скин себе. Так, если вам понравилось это видео и вы чему-то новому научились, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Такие видео могут выходить и чаще, если вы напишите в комментариях, чтобы я выпускал такие видео. Также и Данил может выпускать. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте про канал и видео друзьям. Всем удачи, если надеюсь, вам понравилось. С вами был Мистер Ник, всем пока.